Никогда в жизни не видел более красивой девушки, чем ты. Гопи Энтерпрайзес представляет фильм «Защита». В главных ролях Ранджита, Митхун Чакраборти. हसाने का रातों को जगाने का नैनों में समाने का ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने В ролях Дживан, Джагдип, Аруна Ирани, Прем Нараин, Мала Джаги и другие. С участием Баладжи. Оператор H.G. Раджу. Автор сценария Рамеш Пан. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
композитор Баппи Лахири, продюсер и режиссер Равикант Нагаич. Внимание! Плейн-Бич 1, 2, 3. Капитан Капур. Плейн-Бич 1, 2, 3. Капитан Капур. Нилом, ты просто околдовал у меня. Я больше не могу без тебя жить. Капитан Капур. Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой? А ты не думал о том, как дорого я тебе обойдусь? О чем ты? О том, что мне нужен не муж, а миллионер. И ты можешь им стать. Но как? Нилом, ради тебя я готов на все. Обещаешь? Ну что, профессор? Вы выглядите довольным. Значит, обнаружили алмазные прииски. Да. Осталось обозначить их на карте. Повышенный радиационный фон. Но откуда он мог здесь появиться? Сначала обозначу прииски. Отлично. Нилом, ты хотела, чтобы твой муж был миллионером. Однако скоро ты станешь женой миллиардера. Потому что в моих руках бесценный клад. Привет, капитан! Привет. Карта у тебя? Да, у меня, но сначала деньги. Деньги скоро будут. Хорошо, я подожду. Бальвир, поприветствуй нашего дорогого господина капитана. У господина Бахадура два короля. У Кхана 8, 9, 10. Все разных мастей. Карта у меня, но вы подождите здесь. Ты кто? Отдай карту. Нет. Отдай карту, говорил. Убирайся. Куда же он пропал? Смит. Смит. Что случилось? Мадам,
За мной гонятся бандиты. Вопрос касается моей жизни. Одолжите мне на час свою машину. Говорит номер три. Джексон в наших руках. Хорошо. Карту у вас? Нет. Спрячьте его в подвале. Есть, мадам. Сэр, Джексон находится в наших руках. Не вижу никакого смысла продолжать игру. У меня три короля. Не три, а четыре. Четвертый король вы. Спасибо за комплимент. Джексон. Мой дорогой мистер Джексон. Где карта? Я ничего не знаю. Мистер Джексон, из-за обычной карты ты... Если бы карта была обычной, твои псы не стали бы убивать столько людей. Я абсолютно уверен, что с помощью этой карты мы выйдем на твой главный офис. Карта в надежном месте, но тебе ни за что до нее не добраться. Да. Однако ты забываешь, что у Хиралала очень длинные руки. Мама, я уже переоделся, а папа до сих пор не пришел. Он скоро придет, сынок. Сегодня ведь у тебя день рождения. Он бросит все дела и обязательно придет. Наверное, это он. Добрый вечер. Джексон просил доставить ящик, он будет немного позже. Поставьте сюда. До свидания. Всего доброго. Что в нем, мам? Наверное, посуда с фабрики твоего папы. Нет, там мой велосипед. Открой, мам, открой скорее. Там мой велосипед. Ну, хорошо. Предварительно могу сказать, что смерть господина Джексона наступила в результате отравления. Точные причины смерти будет установлено только после вскрытия. Спасибо, доктор. Вы когда-нибудь раньше видели людей, доставивших ящик? Нет, никогда. Вы сможете их узнать, если вдруг увидите? Да. Я никогда не забуду их лица. Нью-Дели. Ты точно уверен, что письмо написал Джексон? Проведенная мной экспертиза почерка подтверждает это. Значит, Джексон еще жив. Можешь идти. С вашего позволения. Немедленно найдите ганмастера G9.
Слушайте и запоминайте. Гопи, Ганмастер G9, хитер и очень опасен. Секретный агент. Его слабость — красивые девушки. Немедленно найдите его живым или мертвым. Нилам, незамедлительно организуй его поиски. Опасен и при этом красив. Приятная будет охота. Пароль Роза. Неверно. Ваш пароль — осел. Ваша мисс Роза здесь не проживает. Какой-то идиот взял и разбудил в такую рань. Ах, дорогая, и ночь, и утро принадлежат нам. Так что не волнуйся. Дай мне сигарету. Прости, дорогая. Теперь ты целый час можешь спать спокойно. О, черт. Пароль Роза, сэр. Неверно. Твой пароль — осел. Что с тобой там за девушка, которая позвала меня ослом? Не знаю, сэр. Мы познакомились вчера вечером, но я до сих пор не успел спросить ее имени. G9. Я тебя уже не раз предупреждал, что твоя слабость к красивым девушкам однажды станет причиной твоей смерти. Нет, сэр, нет, нет, сэр. Только две силы могут меня погубить. Первая — Всевышний. А вторая? Вы! Замолчи. Девушка рядом с тобой или нет? Очень рядом, сэр. Считайте, она в моих объятиях. Значит, она слышит наш разговор. Ну вот, вечно вы сомневаетесь в моем профессионализме. Девушку я усыпил, сэр. Молодец. Сегодня в 7 ты должен быть в клубе Форест. В клубе Форест? Ну зачем, сэр? Никаких вопросов. Никаких вопросов. Вставай, дорогой Гопи. Отдохнул немного, пора приниматься за работу. А с тобой? Может быть, когда-нибудь мы увидимся. Пока, дорогая. О, нет, нет, нет. Надо быть скромнее.
В этом кольце яд. Когда я выключу свет, ты должна взять Гопи за руку. Ты что, не видишь, столик занят? Это вы, мисс Прия? Нет, я Камла, лучшая подруга Прии. О, дорогая Камла, здравствуй. Прия столько всего тебе рассказывала, и вот, наконец, я тебя увидел. Но кто ты? Я пока друг Прии, но совсем скоро стану ее женихом. Но Прия никогда мне не говорила. Дело в том, что Прия хочет, чтобы наша помолвка и свадьба состоялись одновременно. Вот почему она пока никому ничего не рассказывает. Просто мы хотим сделать для всех сюрприз. Послушай, я тебя умоляю, только не говори Прии, что это я тебе рассказал, иначе она обидится и не захочет меня видеть. Прия пришла. Прошу прощения. Здравствуй, Прия. Ты G9? Да. Кроме того, я друг Камлы. Исключено. Я бы знала, если бы у нее был друг. Сейчас все выясню. Дело в том, что Камла хочет, чтобы наша помолвка и свадьба состоялись одновременно. Одновременно? Да. Вот почему она пока никому ничего не рассказывает. Просто мы хотим сделать для всех сюрприз. Я тебя умоляю, только не говори Камле, что это я тебе рассказал, иначе она обидится и не захочет меня видеть. Пошли? Идем. Присаживайся. चाहोगी उसे निहाल करोगी तुम जो भी करोगी कमाल करोगी तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा फिर हो ना हो हमें जो कहना था हमने कह दिया कुछ तो मेरी जा तुम भी कहो दिल धड़कता है डर सा लगता है मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो तुम जो भी हो दिल
आज दो कल ये समा फिर हो ना हो जो कहना था हमने कह दिया कुछ तुम्हें है दिया तुम भी कहो दिल धड़कता है डर सा लगता है मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो जो भी हो दिल आज दो कल ये समा दिल हो ना हो कहते यही हुस्न की उम्र तो है घड़ी दो घड़ी मौत के साए में पलती है जिंदगी अभी है उजाला तो अंधेरा है अभी तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा हो ना हो हमें जो कहना था हमने कह दिया कुछ तुम्हें है दिया तुम भी कहो दिल धड़कता है डर सा लगता है मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो तुम जो भी हो दिल आज दो कल ये समा दिल हो ना हो Как ты могла довериться такому опасному типу? Я? Но он мне сказал, что ты его девушка. Вот как? От Калькутты до Мадраса славит бога Ханумана. От Калькутты до Мадраса славит бога Ханумана. Да здравствует великий Хануман! О, Хануман! О, Хануман, вознося тебе молитвы с самого детства, я превратился в старика. Я хотел сказать, повзрослел. 5 раз в день я читаю молитвы в твою честь. Однако ты до сих пор не нашел для меня второй половинки. Прошу, прояви ко мне доброту. О, великий, услышь мои молитвы. Услышь мои молитвы. Отзовись. Кабари. Кабари? Господи, ты услышал меня? Безмозглый дурак. О, великий, ты позоришь свое имя, говоря мне такие слова.
Все ясно, шеф явился, как всегда, не вовремя. Кто же распускает руки, когда человек молится? Хватит, собирайся, мы едем в Гоа. В Гоа? Гопи и Кабари едут в Гоа! В Гоа. Засмотрелся, прости. Такси, господа. Гоа, покажешь? Да. В отель отвезешь? Да. Больше у меня нет вопросов. Поехали. Вперед, шеф. Куда едем, сэр? На кладбище. Что? Вместо пляжа мы едем на кладбище. Кабари, забери у него пистолет. Останови машину. Кто ты? Я? Отвечай, кто ты? Неужели шеф промахнулся? Такого не может быть. Все ясно. Через него шеф хочет выйти на заказчика. Шеф, как всегда, прав. Желаю удачи. Пойдем, Кабари. Иди сам. Я бы пошел, если бы это был крематорий. Там тела умерших сжигают, превращая в прах. На кладбище же покойников закапывают в землю. А если кто-то из них оживет и встанет из могилы? Ну ты не бойся. Не бойся, друг. Я заведу будильник на своих часах. Если через 15 минут ты не вернешься... Если не вернешься... Ладно, тогда я приду к тебе на помощь.
Пластическая хирургия. Ушли, наконец. Покойник бежит ко мне. Все, я пропал. Кабари, друг. Покойник говорит голосом шефа. Какой покойник? Он схватил меня. Да я живой. Живой? Какое счастье. Теперь ты стал бессмертным. Живым вышел из могилы. Просто чудеса, да и только. Мама, почему папа оставил нас и ушел к Богу на небеса? Папа больше к нам не вернется, да? Вернется, сынок. Обязательно вернется. Твой папа обязательно вернется. Кто ты? Не бойтесь, Мэгги. Я друг Джексона. Меня зовут Гопи. Мы работаем агентами в секретной службе. В секретной службе? Но мой муж работал на стекольном заводе. Нет, завод всего лишь прикрытие. На самом деле мы государственные агенты. Государственные агенты? Куда смотрело ваше государство? Когда бандиты убивали Джексона? Я абсолютно уверен, что Джексон жив. Жив? Но как такое может быть? Я своими глазами видела его труп. Это был другой человек, которому изменили лицо с помощью пластической операции, поэтому вы и обманулись. Если он жив, тогда где он? К сожалению, я не знаю, сестра. Но я вам обещаю, что обязательно его найду и привезу его к вам. Мону, Бог услышал твои молитвы. Спасибо, дядя. Сестра, скажите, вы помните, кто подписал свидетельство о смерти Джексона? Да. Доктор Пурушватам. Пожалуйста, поверьте мне, сначала мне предложили 5000 рупий. Но когда я отказался, тогда он пригрозил мне, что убьет меня. Кто он? Я не знаю его имени, я даже не видел его лица. Он звонил мне по телефону. Единственное, что он сказал, что он ассистент доктора Вармы в Бомбее. Еще он предупредил меня, что если я кому-нибудь проболтаюсь, то он подпишет мое свидетельство о смерти. Прошу тебя, спаси меня. При одном условии. Согласен.
Говорит G9, сэр. Что-нибудь узнал о Джексоне? Да, сэр. Джексон жив. Вместо него закопали другого, изменив ему лицо. Понятно. Сэр, мне кажется, что за всем этим стоит банда под названием ССО. Ясно. Есть одна просьба. Подготовьте мне список с адресами и телефонами докторов с фамилией Барма. Хорошо. Пароль человека, который передаст список, Горизонт. Глазам своим не верю, нашел! Что ты нашел? Нудийский пляж! Нудийский пляж? Да, шеф, здесь есть нудийский пляж, на котором люди гуляют, в чем мама родила. Представляешь, они ходят без одежды, совершенно голые и никого не стесняются. Шеф, скорее туда поехали, у меня есть бинокль. Извини, но ехать нам придется в Бомбей. Стой, останови машину! Слава великому Хануману! Сегодня у меня настоящий праздник! О чем это ты? О том, что впервые я увидел то, что искал. Можно считать, что поездка в Гоа удалась, вне всякого сомнения. Хватит говорить загадками, скажи прямо. Ты что, девушек увидел? Девушек? Да это настоящие феи! Много не смотри, а то ослепнешь. Сам смотри, та меня пугает. Прия? Что ты говоришь, шеф? Неужели и здесь у тебя есть красотка? Там целый цветник девушек. Какая из них твоя? Моя в красном. Тогда в голубом моя. Послушай, судьба впервые подарила тебе шанс познакомиться с девушкой. Так действуй. Шеф, сегодня я в полном вооружении. Даже прихватил с собой английскую штуку, с помощью которой я навеки привожу к себе красотку. Молодец. Иди сюда. Боже, это же тот негодяй, которого мы встретили в клубе. Он случайно не умер? Даже если умер, все равно воскреснет. Обещаю вам. Разве может умереть тот, в чем сердце поселилась такая красотка, как ты? Приветствую тебя. Девушки, оставьте нас. У меня старые счеты с этим господином. Отлично! Шеф, я пошел наводить мосты с красоткой в голубом. Стой! Желаю удачи! Значит, ты и мой друг, и друг Камлы? Ах ты, обманщик! Дорогая леди, я еще не женат, поэтому я друг для каждой девушки. Значит, помолвка и свадьба состоятся одновременно и со мной, и с Камлой. Я же тебе сказал, что я не женат, просто я дал вам шанс. Решение остается за вами. Послушай, вы близкие подруги. И если кто-то из вас согласится выйти за меня замуж, то я стану самым счастливым человеком. Но по душе мне ты... Каратистка? Да, это карате. Что-нибудь еще знаешь? Я много знаю, но для тебя достаточно и этого. Желаешь еще? Нет. Тогда скажи, что ты сдаешься. Я сдаюсь. Значит, друзья? Заткнись. Ты хотел убить меня. А девушку в клубе ты все-таки убил. Тому, кого я захочу убить, уже не спастись. Просто я проучил тебя, чтобы ты больше никогда не поднимала руку на мужчину. Девушке это не к лицу, дорогая. Никакая я тебе не дорогая. Тогда измени имя, потому что Прия значит дорогая. В жизни не встречала таких, как ты. А, не встречала почему? Потому что таких, как я, один на сотни тысяч. Сначала немного покапризничаешь, а потом... मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया मैंने प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया एक बार किया तो ठीक किया सौ बार किया तो ठीक किया अब तो तेरी ही लगन है दिल तुझे पाकर मगन है अब तो तेरी ही लगन है दिल तुझे
पाकर मगन है सुन मेरी रानी खिल जाएगी जवानी तूने बात जो मेरी मानी मैंने प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया एक बार किया तो ठीक किया सौ बार किया तो ठीक किया पहले मिलन में पहली नजर का तीर जो तूने मारा ओ तुझको मैंने जीता लेकिन तुझसे ही मैं हारा हुआ मत वाला दिल जाए न संभाला तूने जाने क्या कर डाला मैंने प्यार किया तो ठीक किया इजहार किया तो ठीक किया एक बार किया तो ठीक किया सौ बार किया तो ठीक किया तुझे अपना मान चुका हूँ तू चाहे माने या न माने ओ मेरे सिवा भी होंगे न जाने कितने तेरे दीवाने सबको भुलाना मुझे बॉम्बे Вы мне не подскажете, где здесь поблизости какой-нибудь отель? Вы G9? Да, а вы кто? Горизонт. Принесли список врачей с фамилией Варма? Поезжайте с моим ассистентом Кабари ко мне домой. Дорогой Кабари, иди сюда. Здравствуйте, доктор Варма. Вы делаете пластические операции? Нет, я кардиолог. Понятно. А вы не знаете доктора Варму, который проводит пластические операции? Слава богу, обзвонив столько врачей, я наконец вышел на вас. Значит, это вы известный пластический хирург, доктор Варма. Известным сделали меня люди, сэр. Скажите, вы можете восстановить лицо, изуродованное в автокатастрофе? Вообще-то не существует такой пластической операции, которая была бы мне не по силам. Когда я могу прийти? Сегодня в 5 вечера. Здравствуйте, сэр. Еда уже на столе. Сэр, для меня ваш номер очень счастливый. Все, кто здесь живет, дают мне хорошие чаевые. Иди, чаевые потом. Хорошо, сэр. Ha ha ha.
Сэр, в номере 420 мне дали целых 20 рупий. Чаевые лежат на столе, иди возьми. Сэр, я просил чаевые, а вы положили туда пистолет. Да. А ты вместо еды подложил мне змею. За что же такие чаевые? Змею, сэр? Вы ведь не заказывали китайские блюда. Тогда откуда живая змея, а? Я ничего не знаю, сэр. Я ехал в лифте с одним человеком. Он спросил меня, куда я везу еду. Я назвал номер вашей комнаты. Вдруг в лифте погас свет. Что было потом? Я не знаю, сэр. Ты знал этого человека? Нет, сэр. Раньше я никогда его не видел. Простите меня, сэр. Я единственный муж у моей жены, сэр. Прошу, простите меня. Иди. Возьми свои чаевые из другой тарелки. Нет, сэр, мне ничего не надо. Возьми, говорю. Мистер Кхана, обойдите все аквариумы и зоопарки, узнайте, где содержат или выращивают водных змей. И еще, пока я не вернусь, ждите меня здесь. Узнать, где содержат или выращивают водяных змей? Неужели шеф хочет начать новый бизнес? Привет, доктор Варма! Признаюсь, вы не врач. Вы настоящий маг и волшебник лиц и тел. Вы провели прекрасную пластическую операцию, сделав точную копию тела Джексона. Доктор, за вашу гениальную работу я хочу заплатить вам еще 25 тысяч рупий. Большое спасибо. Вы гений, доктор. Доктор Варма. Доктор Варма. Доктор Варма. Доктор Варма. Доктор Варма. Папа! Папа! Кабари! Привет, ты? Да, я. Все наши встречи были для меня загадкой, но сегодня я хочу узнать ответ на эту загадку. Я не понял. Сейчас я тебе объясню. Ты убийца, преступник. Если ради спасения своей жизни придется... Что плохого сделал тебе доктор Варма? Откуда ты знаешь, что я ходил к доктору Варме? Теперь все ясно. Тебя послали следить за мной. Первая встреча может быть случайностью, но вторая и третья — это неспроста. Наверняка ты связана с бандой. Отвечай, кто ты? Я дочь доктора Вармы. Ты убил моего отца, а я убью тебя. Привет.
Прия, ты заблуждаешься. Прошу, выслушай меня. Заткнись, подлый убийца. Послушай, когда я туда пришел, твой отец был уже мертв. Я попытался поймать убийцу, но ему удалось скрыться. Ты лжешь мне. Прия, как мне тебе еще объяснить? В смерти твоего отца виновата одна преступная группировка. За ее плечами сотни убийств. Значит, ты один из них. Ты хочешь знать, кто я? Секретный агент? Иди за мной. Это мой партнер, офицер полиции. Люди, что убили твоего отца, несомненно, виновны и в его смерти. Я разыскиваю этих бандитов. Конечно, потребуется время. Но я обещаю тебе, я их всех найду. Что это? Бомба с часовым механизмом. О, боже. Способная поднять в воздух весь отель. Ну, не бойся, я ее обезвредил. Давай присядем. Сейчас мы узнаем, кто сюда приходил. Взрыв бомбы произойдет ровно в 7 часов 15 минут, и ни секунды позже. Хиралал, но взрыв унесет за собой тысячи невинных жизней. О, Нилам. Тебя не должны волновать жизни других людей. Они же не люди, а звери. Хиралал и Нилам. Наконец-то мы узнали имена этих животных. ССО. Где бы она ни находилась, я все равно ее найду. Шеф, говорит твой главный ассистент Кабари. Где ты пропадаешь, безмозглый дурак? Сэр, до сих пор я не возражал, когда ты называл меня безмозглым дураком, потому что тоже так думал. Но сегодня я доказал обратное, сэр. Ты пьян или не в своем уме? Я трезв, как стеклышко, сэр. У меня хорошая новость. Я узнал, где выращивают водных змей. Наконец-то, ты хоть раз в жизни пошевелил своими мозгами. Говори, где ты? В аквариуме экзотических змей. Где ты находишься? Возле причала в открытое море. Что? Я хотел сказать, возле дока номер 7, сэр. Послушайте, вы пока оставайтесь здесь. Я зайду в аквариум с черного входа. Прия, через 15 минут подгони машину к главному входу. Шеф, а мне что делать? То, что всегда делаешь, смотри в бинокль. Шеф, как всегда, великолепен! Как он ловко забрался наверх! Вот он запрыгнул на стену! Осторожно! Он прошел.
Все препятствия. Он достиг цели. Зачем тебе бинокль, Кабари? Чтобы быть в гуще событий. В гуще событий? То есть держать ситуацию под контролем и в случае чего оказать помощь. Осторожно, змеи. Помоги мне! Вытащи меня отсюда! Прошу, вытащи меня! И наверху, и внизу тебя ждет смерть. Есть только один способ спастись. Нет, нет, не надо! Отвечай честно на мои вопросы, и причем быстро. Не убивай меня! Что такое ССО? Не знаю, я всего лишь раб. Чей раб? Хералала. Где Джексон? Скажу, я все тебе скажу, только вытащи меня! Шеф, шеф, наконец мой бинокль принес пользу. Познакомься, эта девушка работает на бандитов. Она следила за нами из окна, шеф. Но мы с Прией заметили ее, поймали и привели сюда. Вот. Тебя зовут Нилом? Нет, она второе лицо в компании после босса. Как зовут босса? Хералал. Тогда кто ты? Я Рита, работаю телефонисткой. Что тебе известно об ССО? ССО? Да. На руке моего брата были написаны эти буквы. А где твой брат? Его убил Хералал. Я узнала о тебе, подслушав телефонный разговор. Я хочу отомстить за смерть своего брата. Тогда ты должна помочь нам. Я готова даже отдать свою жизнь. Ты можешь узнать, где прячут Джексона? Адрес я тоже подслушала по телефону. Варшава, Роуд, дом номер 8. Кабари, отвези Прию на такси домой, и до тех пор, пока я не вернусь, ты отвечаешь за ее жизнь. Все тебе ясно?
Не волнуйся, шеф. Пойдем, дорогая Прия. Какой же ты ассистент, бросаешь шефа в такую трудную минуту? Послушай, мадам, ты знаешь шефа всего несколько дней. Я же работаю с ним рука об руку целых 4 года. Вначале я тоже боялся, что шеф пошел один, вернется он или нет. Но раз шеф сказал вернусь, значит он вернется. Расправившись со всеми бандитами, он еще ни разу не погибал. Что ты несешь? Он верно говорит. Я один должен спасти Джексона. Если вы будете со мной, мне придется защищать еще и вас. Возможно, спасая Джексона, я сложу свою голову. Нет. Обещай мне, что ты обязательно вернешься. Обещаю. Мадам, он уже пообещал. Пойдем. Водитель, вставай, вставай, говорю. Нам далеко ехать. Скорее выходи, нам далеко ехать. В район Джуху. Ну вот, парень готов, давай-ка сюда. Ну и тяжелый же ты. Что ты делаешь? Не задавай много вопросов, скорее садись в машину. Надо уезжать, пока он не пришел в себя. Как говорит мой шеф, в таких делах промедление смерти подобно. А сейчас пожми мне руку. Зачем? Затем, что мы едем не домой. Да? Мы поедем вслед за шефом. Вдруг ему понадобится наша помощь. О, Кабари, ты гений. Я знаю. Джексон. Джексон. Руки вверх. Брось пистолет. Балдеев, возьми пистолет и держи его на мушке. Я пока обыщу его. Прекрасно, G9. Но советую тебе без глупостей, потому что я метко стреляю. Мадам, он... Молчать. Свяжи ему руки. Есть, мадам. Тебе должно быть стыдно, герой. Чтобы освободить своего партнера, ты прибегаешь к помощи женщины. Разве ты женщина, мисс Нивом? Заклейте ему рот. Скоро ты узнаешь, кто я. Ведите его в машину. Есть, мадам. Смит. Да, мадам. Отведите его в мою спальню, и можете быть свободны. Хорошо, мадам. Тишина, огромный дом, внутри много красивых девушек, а среди них шеф под дулом пистолета. Сейчас я с ними разберусь. Нет-нет, стой, подожди. Сурдас верно написал, что возлюбленный, когда любит, то тает, как свечка, а когда гневается, то вспыхивает, как спичка. Что ты несешь? Сурдас не мог так написать. Значит, Кабирдас написал. Привет, G9. Ты спрашивал, какая я женщина? Я здесь, чтобы дать ответ. Кошка никогда не съест мышь, пока с ней от души не наиграется.
У меня тоже есть такая привычка. Прежде чем убить свою жертву, я целую ночь напролет наслаждаюсь ее компанией. Дорогой, ты мне понравился. Ты красив, молод, хитер и очень опасен. Чем опаснее зверь, тем больше удовольствия получает охотник. Ты хочешь что-то сказать? Сигарету. Глупый человек. Перед смертью люди просят о более серьезных вещах, нежели сигарету. Нилам, ты хочешь вместе со мной провести приятную ночь? Но как же мужчина со связанными руками может доставить удовольствие? Развяжи мне руки, и ты узнаешь, на что я способен. Развязать руки? Ни за что на свете. Я могу поверить даже дьяволу, зато тебе никогда в жизни. Прошу прощения. Я знала, ты не оставишь свои шпионские уловки. Но не забывай, на каждый яд у меня есть противоядие. Я вколю тебе такое лекарство, что ты, как марионетка, будешь делать все, что я захочу. Ясно? Мадам, я не оставляю в живых тех, кто покушался на мою жизнь. Однако тебя я не убью. Зато я изуродую ей лицо. Нет, не надо. Прии, здесь нужен не нож. Здесь достаточно укола, благодаря которому она через 5 минут будет в нашей власти. Нет. И будет отвечать на все мои вопросы. Заткнись! Как тебя зовут? Нилам. Что тебе известно об ССО? Ничего. Кто тогда знает? Хиралал. Кто такой Хиралал? Мой босс. Экспортер алмазов. Где Джексон? В клубе «Плейбой» на 14-й улице. В подвале номер 3. Несмотря на многочисленные пытки, Джексон так ничего и не сказал про карту. Однако G9 он обязательно все расскажет. Очень хорошо. Потом убейте обоих. Говорит G9, сэр. Есть какие-нибудь сдвиги? Да, хорошая новость. Сегодня я найду у Джексона. Тебе понадобится помощь? Нет, сэр. Вы только жену Джексона, Мэгги и ребенка доставьте в целости и сохранности ко мне домой. Хорошо, я понял.
Если, несмотря на все наши старания, Гопи удастся скрыться... Тогда нас отправят на небеса. Кажется, для нас готовят какую-то ловушку. И ты все равно пойдешь? Придется идти. Нам с таким трудом удалось узнать, где прячет Джексона. Нельзя медлить, иначе его увезут в другое место. Но кругом стоит охрана. Как ты проникнешь вовнутрь? Проникнуть-то нетрудно. А вот выйти оттуда с Джексоном будет сложнее. Да, Прия, возьми лодку и жди нас на пристани. Хорошо. Джексон? Гопи! Поговорим потом. Сначала надо выбраться отсюда. Но я не могу идти. Мои ноги меня не слушаются. Не волнуйся, я ведь с тобой. Внимание, Готи! Будь начеку! Гопи не должен от нас уйти. Есть, сэр! Слава Богу! Гопи спас меня из этого ада. Надеюсь, здесь безопасно? Дом находится под усиленной охраной. Лежите спокойно. Гопи скоро привезет вашу жену и ребенка. Внимание! G9 звонит из 13-й будки. Инспектор Джоши говорит G9. Что? Мону и Мэгги выехали на грузовике GTD-1006 вчера ночью, но они до сих пор сюда не приехали. Thank you.
Отпустите! Мама! Не трогайте меня! О, Господи! Боже мой! Дорогая Прия, еще бы несколько дней, я бы точно там умер. Наверное, Гопи приехал. Джеки. Мону, сынок. Джеки. Мэгги. Джеки. С тобой все в порядке. Мэгги, почему ты вся в ссадинах? По дороге на нас напали бандиты. Как они посмели? Я покончу с ними. Что с твоими ногами? Эти негодяи подвергли меня пыткам. Благодаря Богу я остался жив. Не падайте духом, сестра. Брат, ты выполнил свое обещание. Как жаль, что сегодня не праздник Ракхи. Мону, иди ко мне. Иди же. Прия, отвези Мэгги и Мону наверх. Джексон. Признаюсь, я удивлен, почему эти люди оставили тебя в живых. Они были уверены, что карта находится у меня. Но как же карта оказалась у тебя? На самом деле карта была у Мальхотры. Люди ССО, убив Мальхотры и капитана Капура, забрали карту. А потом? Потом карту перехватил я и спрятал ее за храмом, что в местечке Варди. Ты когда-нибудь видел босса ССО? Нет, я видел только Хералала. Это значит, что Хералалом тоже кто-то управляет. Остановите поезд! Thank you.
Сэр, вот карта. Отлично. Послушай, немедленно отвези G9 на деревянный склад. Есть, сэр. Мистер Гоппи. Смит, принеси канистру. Вообще-то погребальный костер зажигают от масла. Нилам, принеси бомбу. Часовой механизм сработает через 30 секунд, так что вам осталось жить всего полминуты. Прекрасная работа, мистер Хиралал. Сегодня вас с Нилом удостоили чести посетить главный офис ССО за то, что вы покончили с G9. Вам полагается награда. Спасибо, сэр. Мы будем. अपना कोई
Ты готов действовать? Пароль Роза. G9 на связи, сэр. Сегодня ночью я отправляюсь на поиски алмазных приисков, которые Мальхотра отметил на карте. Хорошо. Сэр, я абсолютно уверен, что группировка ССО будет там же. Твой план мне понятен. Отряд полицейских в твоем распоряжении. Нет, сэр, скопление полицейских насторожит бандитов. Я сам отправляюсь на операцию. Будь осторожен. Мэгги, это дело было поручено мне. Ты хочешь, чтобы я от него отказался в самый ответственный момент? Нет, я не брошу Гопи одного. Хорошо, Джексон. Ты пойдешь вместе со мной. Спасибо. Держи. Я заказал для тебя специальные костыли. Предупреди, чтобы все отряды подчинялись приказам G9. Джексон, ничего не заметил? Слежки за тобой я не заметил. Отлично. При, не с тобой? Это опасное дело. Я еле ее отговорил. Говорит G9. Начинаем операцию. Второй. Прием. Направляйте лодки. Гопи, я пойду с тобой. Нет. Кто-то должен оставаться в лодке, на случай, если я не вернусь. Ладно. Желаю удачи. Пока. Джексон, туда невозможно пройти. Там зыбучие пески. Машина немного проехала и тут же застряла. Третий, прием. Срочно подвези парашют. Быстрее. Еще быстрее. Развязывай веревку, Джексон.
Добро пожаловать, G9. В конце концов, тебе удалось проникнуть в главный офис организации ССО. Кто ты такой? Создатель ССО, доктор Шива. Сейчас ты стоишь напротив самого выдающегося ученого, G9. Ни один известный человек не станет хвалить самого себя. Это не хвастовство, а реальность. Прежде всего, я хочу поприветствовать тебя, G9. Благодарю. За тебя, G9, за твое здоровье. И за меня. И за твою кончину. Ты еще не знаешь, на что способна ССО, G9. Жизнь и смерть всего земного шара зависит от меня одного. Да ты просто болен, доктор Шива. На Земле еще не родился такой ученый, который смог бы хоть как-то изменить земной шар. Вопрос жизни и смерти не в человеческой власти. Ты это знаешь не хуже меня. Время покажет, кто прав. Добрый вечер, сэр. Милости просим. Мистер, позовите нас, если вам вдруг что-то понадобится. Как твое имя? У нас нет имен, у нас номера. Я 15-й, 16-й, 17-й. Во вражеском логове столько удобств, что просто диву даешься. Прия. Прия. Гопи. Как ты здесь оказалась? Бандиты поймали меня и Джексона. Угрожая нашим жизням, они захватили всех остальных. Всех? Но где они? Я не знаю. Кажется, такую вкусную еду я ел в первый и в последний раз в жизни. Не дай бог, конечно. Красотка, как твое имя? Номер 13. Что вам надо? Воды, воды. Как странно, что нас оставили одних. Не видно ни одного охранника. Доктор Шива все предусмотрел. У доктора Шивы нет недостатка в деньгах. Сколько он потратил денег, чтобы соорудить под морем такой особняк? 200 миллионов. Люди считают, что деньги сегодня самая большая сила в мире. Я же говорю, что тот, у кого есть сила, деньги прислуживают ему. А ты как думаешь, G9? Сила и деньги — величины непостоянные. Их можно легко уничтожить. Непобедимо только мужество, которого у тебя нет, доктор Шива.
Тебя постоянно окружают сотни охранников. В свете или в темноте ты скрываешь свое лицо. Если это не трусость, то... Что же тогда, доктор Шива? Сколько бы ты ни старался, G9, ты не сможешь меня разгневать. В гневе человек совершает ошибки. Гнев, ненависть, счастье, горе, любовь, нежность далеки от меня. Я научился справляться с человеческими слабостями. Значит, тебя можно считать Богом? Бог – самая большая слабость человека, G9. Когда создавался мир, существовала одна сила – луч солнца. И сейчас луч солнца остается самой большой силой, на фоне которого все водородные и атомные бомбы – ничто. В древних книгах луч солнца называют третьим глазом Шивы. Я тот Шива. Ты говорил, что ты ученый, но, послушав весь твой бред, мне кажется, что в тебе погиб великий актер. Взгляни на того человека, Дженго. Он не что иное, как живой труп, которого я оживил благодаря науке. Дженго, упади. Встань. Ходи. Бей. Между прочим, в некоторых странах уже существуют роботы. Однако, еще никто не смог сделать робота из человека. Его достоинство в том, что он может уничтожить любого. Если я нажму красную кнопку, его жертве уже ни за что не спастись. Уважаемый Шива, третий глаз прибегает к дистанционному управлению. Тебе должно быть стыдно, доктор Шива. Если ты хочешь убить меня, почему ты не нажмешь красную кнопку? Потому что ты мне нужен живым. Дженго, возьми Прию. Оставайся на месте, если хочешь видеть Прию живой. Любовь является самой большой слабостью человека. «26,4. Знакомая частота. По ней ты связываешься со своим шефом, верно? Сейчас ты передашь ему то, что я тебе скажу. Такого никогда не будет, доктор. Даже ради Прии? Вместе с Прией погибнут и все остальные. Все равно нет. Погибнет невинный ребенок. Нет, доктор. Ради долга человек способен приносить большие жертвы. Не забывай, что я секретный агент. Можешь убить всех, доктор. Но я не подчиняюсь твоим приказам. Значит, ты еще не представляешь моих возможностей. Пойдем со мной. Знаешь, что это? Моделька какого-то атомного реактора. Нет, это самый первый в мире атомный генератор, который за 7 секунд вырабатывает энергию невероятной мощности. Он может вызвать страшные силы ураган или землетрясение. Он результат моего 20-летнего труда. Луч солнца преломляется через алмазную призму, нагревает воду до кипения и заряжает каждый атом солнечной энергии в 10-кратном размере. Это новейшее изобретение, величайшее достижение. В небольшой колбе кроется мощность солнечной энергии, которую я могу привести в действие. Я назвал свое изобретение «Мощный луч Шивы». Ты сумасшедший. Все гении обычно сумасшедшие. Сейчас вы увидите, на что я способен. Узнаешь это место? Сейчас ты увидишь луч Шивы в действии. Thank you.
После взрыва атомной бомбы радиация поражает все. Ее нельзя остановить. Однако мощные лучшивы можно легко остановить. После нажатия красной кнопки возникает еще один мощный луч, который противостоит первому лучу и сводит его на нет. Ты не ученый, ты убийца. Без всякой причины ты погубил сотни невинных людей. В их смерти виновен ты. Потому что ты мне не поверил. Теперь ты будешь говорить со своим шефом? Прочь! Говори. Говорит G9. Да, G9. Мне не требуется никакая помощь. Сегодняшняя трагедия — дело рук ССО. О, боже! ССО шантажирует G9. Немедленно отступите от острова! Почему ты улыбаешься, G9? Оказывается, внутри человека, от которого зависит будущее всего мира, скрывается обычный трус, иначе бы ты не стал прибегать к моей помощи. Я поступил так, потому что завтра ко мне приезжают представители из разных стран мира, чтобы купить мощный луч Шивы. А ты задумался над тем, к чему это может привести, если он попадет в плохие руки? Это же гибель всего мира! G9... Я не желаю оставаться в тени. Завтра исполнится моя мечта, о которой я грезил 20 лет. Очень скоро весь мир будет у моих ног. У ног доктора Шивы! У ног доктора Шивы! Благодарю, джентльмены. Цену, что вы предложили за мощный луч Шивы, по моему мнению, слишком мала. Тем не менее, я согласен. Проходите, девушки, какие они милые. Сейчас мы на славу повеселимся. О, великий и могучий, соверши чудо. Освободи меня из этой клетки. Уважаемая, уважаемая, выпусти меня отсюда! Сэр, если надо спеть и станцевать, то для этого достаточно нас с Нилом. Но вы хотите услышать песню-диалог, то для этого необходим соперник, чтобы был дух состязания. Сейчас устроим. Привет. Ты? Как ты остался жив? По вашей оплошности. Смерть от рук таких подлецов, как вы, противоречит моему кодексу черсти. Заткнись! Сэр, дайте нам последний шанс. Если вам удастся перепеть песню диалоги G9, то, возможно, я прощу вашу оплошность. Ты готов, G9? Я всегда готов к сражению. Будь то песня диалог, будь то битва насмерть. Вот как? Столько взрывчатки достаточно поднять на воздух G9, мы с тобой победим. Джексон. 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 Через вентиляционную трубу ты можешь проникнуть в радиорубку? Свяжись с боссом и передай ему, что если через 15 минут он не получит второе сообщение, пусть окружает остров плотным кольцом. Хорошо. दुनिया है उसी की जो इसे झुकाता है जमाना भी उसी के नाम को दोहराता है कोई नादान जब तूफान से टकराता है वो दुश्मन आप अपनी जान का बन जाता है जो ताकतवर के आ
आगे सर नहीं झुकाता है वो है एक दीवाना उसे क्या समझाना वो है एक दीवाना उसे क्या समझाना ये दुनिया ये दुनिया है उसी की शान जिसकी नारी है उसी का नाम लेती कायनात सारी है वही एक ऐसी ताकत है जो सब पे भारी है किसी ने की मिटाने की हमें तैयारी है तो उसका सर झुकाने की हमारी बारी है जरा दिल थामना हुआ है सामना जरा दिल थामना हुआ है सामना ताकत के नशे में चूर होता है हजारों पे सितम करके ही वो मशहूर होता है समाया जिसके सीने में खुदा का नूर होता है किसी ताकत के आगे वो नहीं मजबूर होता है खुदा को भूल कर इंसान तो मगरूर होता है मगर होना वही है जो उसे मंजूर होता है ये बात है ही बात है ये दुनिया है उसी की शान जिसकी नारी है उसी का नाम लेती कायनात सारी है जब सर पे तो अल्लाह याद आता है जिसे मरना है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है हमारा सामना करने की जो हिम्मत दिखाता है हमारे एक इशारे पे वो इस दुनिया से जाता है हमारे खौफ से सारा जमाना थर थराता है हमारे हाथ में आकर कोई बच के ना जाता है ये बात है आगे सर नहीं झुकाता है वो है एक दीवाना उसे क्या समझाना वो है एक दीवाना उसे क्या समझाना की धमकी जो देता वो खुद मरने से डरता है आग से खेलने वाला आग में जल के मरता है तेरे माथे पे तो भुजबिल झलकाया पसीना है तुझे मालूम क्या तुझको जरा सी देर जीना है किसे मालूम किसकी मौत किसके हाथ होनी है तेरी किस्मत में जो लिखी है वो ही बात होनी है फैसला करना है तो आ जरा मैदान में आ जा करेगा सामना मेरा बड़ा है हौसला तेरा अभी तक हर कदम पे तूने मुझसे मात खाई है आज मैंने सरे महफिल तेरी गर्दन झुकाई है क्या कहा चुप ये दुनिया
ये दुनिया है उसी की शान जिसकी नारी है उसी का नाम लेती कायनात सारी है वही एक ऐसी ताकत है जो सब पे भारी है किसी ने की मिटाने की हमें तैयारी है तो उसका सर झुकाने की हमारी बारी है जरा दिल थामना हुआ है सामना जरा दिल थामना हुआ है सामना Какая жалость, доктор Шива, что люди великого изобретателя луча не смогли даже установить взрывчатку. Хиралал, это твоих рук дело? Да. G9, отдай взрывчатку Хиралалу. Положи ее туда, откуда взял. Как скажете, с удовольствием. Нилам, твой партнер погиб. Но ты не бойся, доктор Шивы вместо одного организует тебе других компаньонов. Нет. Забирайте ее! Нет, жальтесь надо мной, пустите меня! Простите, господа, я немного отвлекся и забыл про вас. Но я надеюсь, что вам понравилась песня «Диалог». Сейчас мы с вами будем наблюдать другое зрелище. А именно твою кончину, G9. Чтобы убить меня, ты позвал столько людей? Потому что я знаю, что у тебя, как у кошки, 9 жизней. Ты постоянно спасаешься. Но на этот раз тебе не спастись. Мои парни знамениты тем, что всегда выигрывают бой, одерживая верх над своими противниками. Ты можешь выбрать сам, от чьих рук ты хочешь умереть. Я могу переодеться? Thank you.
Браво! Молодец! Человеческий ум и мужество – высшие силы на Земле, доктор Шива. Мы и так потеряли много времени. Поэтому, если ты мужчина, выходи на поле боя, чтобы лично сразиться со мной. Ты первый человек G9, который бросил мне вызов. Если у тебя есть желание перед смертью, я выполню его. Я хочу увидеться с Джексоном. Даю одну минуту. Джексон, скорее дай мне костыли. Зачем? В них спрятано оружие. Дженго, убей их! Привет, Джексон, бегите отсюда! Теперь твоя очередь сидеть там, приятель. Главный офис, прием. Говорит Джексон, сэр. Да, Джексон. Отдайте приказ об отступлении кораблей. Взрыв может произойти в любую минуту. Сообщите, чтобы корабли отступали. Оно само стреляет. Оно не само стреляет, Кабари. Стрелял я. Что? Кабари. О, Джексон, ты! Хорошо, что ты показал, как остановить действие луча. Ты проиграл, доктор Шива, потому что ты обычный человек. И твоя кровь — доказательство тому, что ты тоже состоишь из крови и плоти. И такой же смертный, как и все. Толстуха, пришел час расплаты. Попросил воды, так ты облила меня. Быстро говори, где выход. Ты погубил меня, G9, я думал, что я сильнее всех. Но ты доказал всему миру обратное. Ты совершил большую ошибку, потому что ты тоже вместе со мной отправишься в ад! О боже, сейчас все взлетит на воздух, пока не поздно бежим отсюда. Да не бойтесь, шеф обещал вернуться, значит вернется. В конце концов, Фри может остаться его подождать. Come on, 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 come on
Прия, скорее садись. Добрый вечер. Пароль, Роза. Пароль, крестный отец. Спасибо, Прия. Где Гопи? Сэр, его нет дома. Не обманывай меня, я знаю, он там. Нет, сэр, я говорю правду. Передай ему, что он может спокойно отдыхать, и удачи вам. Релиз специально подготовлен для bwtorrents.ru. На русский язык фильм озвучен студией формат AV.